Приветствую вас, Екатерина. Открою вам небольшой секрет. Мы тоже не знаем, как вам быть и что вам делать. Хотя бы потому, что это ваша жизнь, и кроме вас никто не знает, как вам ее жить. Я думаю, это довольно справедливо. Поэтому я думаю, что здесь вам нужно разобраться в себе, в своих отношениях с мужем и в том, что вы к нему чувствуете в первую очередь. Дело в том, что... Во-первых, то, что вам нужна поддержка, вызывает определенный вопрос. Почему? Дело в том, что поддержка нужна, как правило, тогда и в том случае, когда человек берет на себя слишком много. Если вы берете на себя на самом деле слишком много, вот, то вам нужно, на мой взгляд, пересмотреть эту историю, пересмотреть эту позицию относительно того, значит, ну, что вы себе предъявляете, и, соответственно, вот, исходя из этого, уже что-то делать, как бы, вот. Это довольно важный момент. Также есть ощущение, что у вас есть некоторые трудности с самооценкой. Вот, есть ощущение, что у вас есть, ну, какое-то обесценивание себя, по моим ощущениям, потому что, ну вот, знаете, в некоторой такой просящей, как мне кажется, позиции вы находитесь по отношению к своему мужу. Вот, кстати, я не очень в данном случае понимаю, с чем это связано, да, то есть, как бы, почему вы вот в такой просящей позиции, как бы, находитесь. Вот, с чем это связано. То есть, такое ощущение, да, что вы, там, условно говоря, ждете от своего мужа тех действий и вещей, которые он, ну, в принципе, не может и не хочет, или вот, ну, вообще, например, не способен. Вот, по крайней мере, так мне показалось, исходя из того, что вы написали. То есть вы ждете от него тех моментов, вы ждете от него тех вещей, которые он вам сделать не может по объективным достаточно причинам. Вот. Либо он вас не очень ценит, вот, то есть, ну, не очень ценит ваши интересы, не очень ценит то, что вам важно, например. Либо вы себя вот как-то так зарекомендовали таким образом, вот, что считаться с вами не обязательно. Вот, может быть, такой момент, ну, достаточно вот не очень
хороший, как мне кажется. Вот, поэтому нужно вам, на мой взгляд, значит, на это также обратить свое внимание. Вот то, что я могу вам сказать сначала. С точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, с точки зрения своих ценностей. Вот. С одной стороны, вы довольно много на себя взваливаете. Вот. И, вероятно, слишком много от себя требуете. А с другой стороны, как мне кажется, есть у вас некоторые трудности с личными границами. Вот. И проблема с ожиданиями, а также, вероятно, с тем, как вы выстраиваете контакт со своим мужем, в частности. Когда возникает довольно легко такая ситуация, что вы от него ждете чего-то, вот, что он вам дать, ну, в принципе, не может или не хочет, это не особо важно, как мне кажется. Решать этот вопрос, понятно, можно и нужно только вам. Вот, мужа своего вы изменить сможете вряд ли. Вот. Потому что он, ну, он такой вот, какой он есть, да? Вот. А вот изменить себя и свое собственное поведение и отношения. Вот. Это более чем адекватная позиция. На мой взгляд, по крайней мере. Так что вот, я думаю, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я бы предложил расставить некоторые приоритеты вам. Я бы предложил вам подумать, что для вас важно. Вот, ну, в смысле, вот. Какие аспекты для вас важны, да? Вот, и, соответственно, уже дальше действовать. Вот. Такая вот история. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам разрешить все свои проблемы.